время обеда. Это просто неподъемное создание. Его разбудить вообще нереально. Так, я пошел. Не знаю, я пошел. Умыться. Просек, да? А, блин. Проснулся. Просыпаешься, время обеда. Ах ты, жук. И тут я решил залезть на камень, а внизу Клим разговаривает с Забужским, Дима и Юлей. Да хуя, за школы копать. Да кто будет спрашивать, я тебе помню. Кати, блядь, кто-то приживется внутри. Утро доброе. Утро доброе. Доброе утро. Доброе. А вот и Клим вылез. Покидают меганом. Ну, обещали еще вернуться. Пошли, уже прям здесь подходили, и вот это прям оторвалась. Чуть рюкзак в конем не улетел. Сейчас будете идти поверху, да? Да. Какая пенка у тебя огромная. Ну, такая, да. Что ты ищешь? Три. Эти марки. Вот он. Ой, это что? Конфеты? Одну штучку можно съесть. Что, потеряли марки? О. Шо? Художество Ярославы. Картошка. Куры, ребята, труба. Ага. Маркер, черный маркер. Третий, я не знаю, где. Может, найдете. Там нету. Где он может быть? Может, и когда рисовали где-то на море? Нет, там нет нигде его. Что ты рисуешь, Ярослав? Змею. Змея? А, научил он тебя делать бульон из картошки. Ты его научил бульон в картошке? Когда? Что? Понятно. Непонятно. Что нужно? Съесть? Где-нибудь. Все время съесть картошку? Мы вчера ели. Мы вчера сделали суп. Суп из картошки. Вот. И выпили. Очень вкусно. Да. Благодарю тебя за картошку. Я всегда мечтал. Не могу. Вот сложно понять. Не мой мальчик на веганоме.
Дима так сказал. А, блин. Подожди, что, протухло? Забродило? Хороший пиво. А это главное, ну, не туда. Он у вас головы ест. Тут надо мучиться, говорит. Помогите, помогите. Да, да. Мне больно, голова моя болит. Хватит меня. Мракобесы, перестаньте меня есть. Лицо скопило. А, она умерла уже. Она же ни о чем не думает. Она раньше думала, говорю, люди стоят, сидят там, кушают, а меня. Это человек, он может, наверное, кусать прыгать. Да. Тяжелая такая. Художник. Поднимает, поднимает, поднимает. Художник ангела. Посмотри внимательно сюда. Это Ярослав нарисовал ангела небесного, который позволяет нам избежать дождя. Самое главное — вытащить с собой мусор. Вот. Это что, пакетики. Смотри, печенька. И конфеты. Ой, их забираю. С собой. Что это? Печенье? Крошки печенья? О, спасибо. О, смотри, что мне подарили. Печенье. Печенье. Да, я в карман положу. Угар. Что это такое? О, у меня тоже? Да. О, благодарю, орехи. Я чай буду делать. Идем прощаться к Диме. Осторожно, камень тут. Дим, привет. Привет, Саня. Затопило тебя. А? Меня затопило. Я не слышу. Меня затопило. Да? Ага. 10 сантиметров воды, ко мне в палатку пришли. Да, на Куле бухте вообще сейчас шел, ни одной палатки нет. Одну палатку берешь, да? Что? Камень. Я волновался, что рухнет камень на меня. Тут трещины везде. Давно он сюда прилетел? Тысячи лет назад. Тысяч пять, шесть может так идти. Как будто недавно прилетел. Так, фонтан. День, не знаю какой, сегодня 1 июня, и я решил сварить чай по видам. Провожая Ярослава, я нес его рюкзак и заметил новых людей, и позвал их к себе, и они у меня. Акула опустела, никого нету.
Что же за музыка была на меганоме на 9-й минуте? Да, это новые люди из города. И я думал, я ими займусь. Матрасочники приехали посмотреть на голых людей.